Володя, поставь сумку, не держи на плече. Что? Ну, да и мне расходили. С бородками ходили. Алиса, Алиса, Алиса. Понятие дикий камень.
когда этот вот массив спилить определенным способом очень сложно. Кроме этого, когда мы начали пилить по определенному фронту, нарушалась конструкция пьедестала. И этот товарищ, которого сейчас сняли, он начал шагать вперед. То есть, грубо говоря, он поплыл. Ну, как в мультфильме, когда железный товарищ, да, начал, спустился и пошел. Нам пришлось его осадить краном, да. И в это время мы зажали трос. Выровнять его в той редакции, которая необходима для работы, было очень сложно. Поэтому всю ночь, вот мы дважды останавливали работу, и где-то по часу-полтора постоянно искали вот тот нужный размер, который бы позволил и кран удержать на массивную чашу долго, и тросу работать в соответствии с теми условиями, которые необходимы. Поэтому ночь была веселая. Потом, как оказалось, чуть позже, еще было два кронштейна, которые мы просто не ждали. Мы засовывали туда оборудование еще на стадии обследования. И вот столько, сколько их оказалось, там порядка 16 штук. Но это я не знаю, больному такому могло в голову подсунуть. Но, видимо, тогда очень старались сделать так, чтобы это стояло всегда. То есть, по